поэтому если видите меня где-нибудь в торговых центрах, вы можете подходить и здороваться. Я не кусаюсь, я добрая. Мне суд назначили штраф за причиненный ущерб. Большой штраф. Я на том месте, где видел тебя в Минске. Рой, как дела? Ты очень красивая девушка. Рой, thank you, I'm can't you. Да, почему же? Можешь укусить чуть-чуть. Сколько тебе лет? 20. Виталий. Вова уже чисто так по дефолту отвечает. Ты армянка, что похоже? Джонатан, thanks for subscribe. Спасибо за подписку. Так, 20 000. А, 20 000? Подожди, 20 000. 20 000 российских? Ты на 16 выглядишь, ага. Блин, Руслан, спасибо, это очень красиво. Виталий, спасибо. По поводу ты на 16 выглядишь, это такие разбежки, типа что-то между 25 и 16. Особенно, когда без макияжа выходишь, все-таки, ну, 16. Евро? 20 000 евро? Ты сейчас серьезно? Лучше такие красивые девушки, я, наверное, тогда буду приезжать скоро. Приезжай. Без макияжа я тебя не видел. Так в смысле, я сейчас без макияжа, у меня только губы накрашенные. Я вообще чисто проснулась сегодня, позавтракала и зашла в эфир. Я вчера была накрашенная. Такая у тебя машина. Артем, Audi R7. Хотелось бы. Но, увы, сейчас езжу на Audi A6. Для таких можно розу подарить. Артём, спасибо. Да так и родилась помадой. Ну да. Ruby Spine, спасибо, спасибо большое. По поводу помады, на самом деле, у меня такое ощущение, что так и есть, потому что... Вот когда спрашивают, без чего ты бы... Ну ладно, я без помады выходила на улицу, но если выбирать из всей косметики, без чего бы я, наверное, не вышла, это без карандаша на губах, без помады. Мне нравится, когда у меня губы накрашенные. Водишь машину? Да, я недавно на права сдала. Ну как недавно, в июле. Привет, Ростислав. А ты живешь в Минск-Мире? Нет. Вы Audi A6... Нет, Audi A6 нормальная. BMW E60. Очень красиво, спасибо. R8 тебе больше подойдет. Почему? Так, я все ответила? Надо пересаживаться на мотоцикл, контент снимать. Мне? На мотоцикле контент? Спортивная девушка и спортивная машина. Как ты понял, что я спортивная? Ну, у тебя контуры губы так видны. Не, ну понятно, но, допустим, вот с ненакрашенными глазами, ну, как бы, в принципе, я могу выйти. Да с ненакрашенными губами я тоже могу выйти. Но если так выбирать, то мне прям вот нравится выходить с накрашенными губами. Я уже просто привыкла, что у меня на губах что-то есть. Вот либо бальзам для губ, либо блеск, либо карандаш, помада там. Ну, я всегда крашу губы. Откуда? I'm from Minsk, ready. У тебя глаза большие, на себя внимание берут. По фигуре. Купишь мотоцикл, можно ехать в Европу в мотопутешествие со мной в следующем году. Не-не-не-не-не-не-не. Я, конечно, мотоциклы очень люблю. Я раньше очень любила кататься на мотоциклах, но именно на пассажирском.
себе бы не рискнула, честно, купить мотоцикл. У меня, в принципе, уже спесь с мотоциклами прошла, как была раньше. Побаиваюсь я. Насмотришься этих страшных видосов и не захочешь на мотоцикл садиться. В любом случае, на машине тоже гонять небезопасно, но побезопаснее, чем на мотике. Фредди, thank you! Кто из Минска на машине, вам нечего делать, привезите чай с ромашкой. О, я сейчас за городом. На МТ. Тебе пойдет или спорткар, или большой джип? Исаак, привет еще раз. Если парень или муж... О, спасибо, кто-то подписался на Инстаграм. Если парень или муж будет мотоциклист, по-любому будешь снимать контент на мотоцикле. Может быть. Но, честно говоря, я бы не хотела, чтобы парень или муж был на мотоцикле. Потому что это постоянный страх за человека. You're perfect. Исаак, thank you. I want you... Я хочу, чтобы ты был моей жизнью. Же остался из-за того... Из-за того, как я думаю... Корлеоне, thanks for subscribe. Спасибо за подписку. Азамат, спасибо за подписку в Инстаграме. Я догонялся в свое время в практике. Ребят, кто на машине, привезите чай с ромашкой Артему. Нетворк, приветики. Да, быстро. Чай с ромашкой. Артём, пиши адрес. Я бы привезла, но скажу честно, у меня сейчас машина, короче, у меня с тормозами, типа, короче, она в ремонте. Ну, точнее, не в ремонте, ее отремонтировать смогут только через 2 недели. И там с тормозами не Ладео. Ромашка, нервы шалят. О, Денчик, ты вернулся. БМВ, Аути. У меня есть мотоцикл Сузуки Катана. Привет, Тбилиси, привет из Минска. Далековато ехать. Вова, ты сейчас где? И кто за свою страну имеешь? Хорошо, Владимир, не знаешь английский. Кто за свою страну имеешь? Я проиграл будущей первой жене Ауди. В смысле? Проиграл. Каким образом? Во что вы играли? Что ты проиграл? И что ты ей купил, Ауди? В споре. Что за спор был? Это не секрет. Я-то дома в Эстонии. Скажи адрес, я сейчас могу приехать. К Артемке приедешь? Пашча Ланч. Спасибо за подписку. Ребятки, кто заходит, подписывайтесь, вступайте в нашу команду. У меня тоже почти Audi. Почему почти? Нет, еще надолжен. Your hair is beautiful. Thank you, it Iceman. Машина стоит направлена на дворе, что у меня здесь. Вику, Нику, привет. Скажи адрес, я могу к тебе сейчас приехать, не к Артему. А, я думала к Артему. Потому что звучит другая. Она и так на аудио четверке есть, а проиграл с салона. Гениально! Так и что, купил ей аудио с салона? Жони, привет! Спор был не для посторонних глаз, скажем так. А, хорошо, понял. А, так.
Аркисч. Спасибо за подписку. Thanks for subscribe. А, ты еще не купил? Как только родит тебе. Так, подожди. А, я поняла, короче. Спор заключался в том, что типа она должна тебя родить, а ты ей купишь Audi, да? Да. Блин, как же мне это знакомо?